Приветствуем всех, кто решил провести ближайшее время за просмотром самой популярной игры с мячом ногами. Георгий Черданцев и Константин Гинич будут вместе с вами следить за происходящим на поле. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Неплохо он с мячом идет вперед. Ван Перси. Играют они в пас. И теряют они мяч. Не получилось у них мяч удержать. Отдает он передачу. Хороший пас получился. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе! Азар. Ну, тут даже играть на перехвате не пришлось. Мяч сам пришел. И пас прямо сопернику. Конечно же, он перехвачен. Атака продолжится через фланг. И как он дальше мячом распорядится? Отличная игра в отборе, но будет угловой. Деросси. Пошире они играют, мяч на фланге. Футбол быстрая игра, только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Карасо. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Не смогли они мяч удержать. Аут около штрафной, это может быть опасно. Катают они мяч. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Хороший по задумке пас. Отлично он играет сейчас. Азар. Классный отбор. Можно играть. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Ходит мяч у них. И разрезающий пас на ход. И что это? Гол! Рано начали радоваться. Вне игры же. Играет он на партнера. Хорошо, он с мячом вперед идет. Джерард. Мяч в середину штрафной идет. Такой удар для вратаря не опасен. Ван Перси. Нет, не дошел этот пас до адреса. Карасо. Играет в пас команда. С умом он мяч отдает. Здорово защитник играет. Джерард. Отдает он мяч партнеру. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Серия хороших передач, неплохо комбинирует команда. Еще чуть-чуть, гол мог быть. Отличный пас прошел. Интересно, куда дальше мяч пойдет.
штрафную подачи, и есть там кому сыграть. Как здорово сейчас играет защита. Увидел открывание впереди, делает передачу. Последним он был на пути атаки, и это тянет на красную карточку. Далековато тут для удара, но он все-таки рискнет пробить. На коротке разыграли. Хорошо в прессинге играет соперник. Хороший пас получился. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Пас на ход партнеру. И что дальше тут будет? Без мяча остаются они. Не будет. И это пенальти! И отличный шанс выйти вперед и выиграть матч. Искали спасение в собственной штрафной, а вот что нашли, это большой вопрос. Пенальти. Грамотно положил мяч в ворот. Гол есть гол. Пусть он и забит с 11-метрового удара. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Ходит мяч у них. Как здорово он игру читает. Катают они мяч. И как он дальше мячом распорядится? И вот удар. Просто великолепное спасение. Какая реакция вратаря. Блестящая игра. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Еще один угловой. И прямо в центр штрафной мяч летит. Но чуть-чуть поточнее бы сыграли, и по-другому могла эта атака закончиться. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Уходит команда на перерыв за 45 минут забит. Продолжается наш матч, второй тайм. Ван Перс. Не получилось у них мяч удержать. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Ну что, получится ли у него попасть в ворота отсюда? Хорошая возможность. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Отдает он передачу. Отдает он мяч партнеру. Браво, защитник! Азар. Интересно. И разрезающий пас на ход. И спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Можно только поаплодировать. В центр штрафной подан мяч с углового.
Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. Все в рамках правил. Можно играть. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Джерард. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Карасо. Играет в пас команда. Играют они в пас. Какой момент! Нужно бить! И это пенальти, и это шанс увеличить разрыв в счете, это шанс выиграть матч. Да, такой фол под конец матча может снять все вопросы о победителе этой игры. Спасает, спасает ворота голкипер. Да, перехитрить вратаря бьющему в этой ситуации не удалось. Очень громко сейчас на стадионе. Они не использовали момент и попробуют забить пост. Отличное спасение. Отбил мяч вратарь. Вперед идет атака. Интересно может быть. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. И теряют они мяч. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Очень хорошо в обороне сыграно. Навес тут напрашивается. Хороший навес был, но мяч выйдет. Умница, вратарь. Сыграл надежно. Мяч от ворот отбил. Угловой номер. Какой номер? Мяч летит в центр штрафной. Нет, не получает эта атака развития. И придется начинать все сначала. Может тут навес получиться. Потерял он мяч, но кому он достанется? Игра остановлена штрафной. Прилично до ворот, и все же он решил отсюда пробить. На коротке разыграли. Спасает свою команду от гола этот игрок. И что дальше тут будет? Угловой будут подавать. Мяч после рикошета ушел за лицевую. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. 20 минут осталось играть. Все верно. Края надо чаще задействовать. Де Росси. Джерард. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Ну, на этот раз полегче. Да, тот сейв был просто потрясающим. Ну, а теперь можно просто отдышаться. Ходит мяч у них. Навязал тут соперник борьбу за мяч. Отличный чистый отбор. Пас на ход, может быть интересно. Классный пас, можно двигаться дальше. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают, и снова ничья на табло. Все только начинается. А гол-то великолепный, оценил позицию голкипера и просто перекинул его. Ну, просто, Георгий, это на словах, а вот исполнить такой парашют, это еще надо постараться. Во многом игра команд сегодня сходится. Обе стараются делать ставку на контроль мяча. Пока что с переменным успехом у них получается. Это отображается и в счете на табло. Посмотрим дальше, кто все-таки сумеет свое владение довести еще раз до ума. И как он дальше мячом распорядится? Интересно, куда дальше мяч пойдет? Играет он на партнера.
Отлично сыграно, мяч перехвачен. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Здорово сейчас может контратака пройти. Ну что, смогут извлечь какую-то пользу из этой атаки футболисты? Хорошо. Катают они мяч. Карасо! Смазали момент. Хорошо разыграли, но не хватило точности в заключительной стадии. Очевидно ведь, что игроки находятся в очень хорошей форме, но никто из них, к сожалению, не может нанести акцентированный удар по воротам. Очень хорошо он игру читает, мастерски. Уверен, он сыграл сейчас. Здорово защитник выносит мяч. Отличный пас прошел. Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. С умом он мяч отдает. Играют они в пас. Отдает он передачу. Играет в пас команда. Отдает он мяч партнеру. Классно он удар накрыл. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. 3 минуты будет добавлено. Это совсем не опасно, сильно мимо. Не получился у него удар, он хотел пробить на технику, и техника его тут явно подвела. Последняя атака в матче, если забивать, то сейчас. И что дальше тут будет? Это может быть. Входит мяч у них. И пробил. Гол! У соперника уже может не хватить времени на ответ. Но посмотрим. Игра продолжается. Под самый занавес матча забит этот мяч. Наверное, это означает победу. Ну, какие-то пара-тройка минут еще все-таки есть. И на одну атаку их вполне должно хватить. И звучит финал. Он пенальти. Грамотно положил мяч в ворот. Гол есть гол. Пусть он и забит с 11-метрового удара. Пас на ход может быть интересно. Классный пас. Можно двигаться дальше. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. А гол-то великолеп. Входит мяч у них. И
пробил. Гол! И у соперника уже может не хватить времени на ответ. Но посмотрим, игра продолжается. Shake my body.